Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Катя. Если вы здесь впервые, я сниму разного рода видео, влоги, Asus, Sephora, анбоксинги, бьюти-боксы, новинки косметики и т.д. и т.п. Поэтому, если вас интересует такого рода контент, пожалуйста, не забудьте подписаться, оцените это видео и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать мои загрузки. Я загружаю от 3 до 7 раз в неделю. Итак, друзья, сегодня такое необычное видео, такого еще не было на моем канале. В общем, я решила, что пора снять видео с тестингом корейской и японской косметики. Это просто вообще... Короче говоря, у меня за какое-то время, я вам уже говорила, что я когда-то заказывала бьюти-боксы корейские, да, и японские, поэтому что-то я сама докупала, что-то мне дарили. В общем, у меня за это время собралось какое-то количество мейкапа корейского и японского, которого нам хватит на все лицо, представляете? И мне так интересно все это попробовать, потому что обычно, ну, мы привыкли, как бы, по крайней мере, я все-таки к американскому мейкапу, да, то есть, а вот корейский, японский, азиатский мейкап, он все-таки другой, друзья. Вот я знаю, например, что... У меня хоть и нет палеток теней, никаких ни корейских, ни японских, но я знаю, что они обычно пигментацией не блещут, так скажем. Потому что что? Потому что в азиатском мире они предпочитают такой приглушенный образ, да, но имеется в виду, например, тени те же, только намек на цвет, например, или губы точно так же. Поэтому вот сейчас мы посмотрим, что, как, чему, какова пигментация и так далее и тому подобное. Но я вам, знаете, что скажу? Вот те, например, я какие-то из этих пробовала, ну, буквально пару штук из этого я пробовала, остальное все будет абсолютно новое, не распакованное даже. И то, что я пробовала, мне очень-очень понравилось. Вот у меня здесь некоторые японские штучки есть. Вот вообще просто восхитительное качество. Так что вот. Ну что, давайте начинать. Начинаем мы с вот такого вот праймера. Это корейский. Я буду говорить вам, японский или корейский. Это корейский, от корейского бренда VDL. Это на самом деле популярный бренд. И здесь он продается. И он довольно дорого стоит, между прочим. Поэтому давайте посмотрим, как это все выглядит, и будем непосредственно открывать. Ух ты, так он выглядит как лак для ногтей. Я вообще ничего не открывала и даже не знаю, друзья, мы будем с вами вместе удивляться. Вау, интересно. Короче, это явно праймер, который сделает нашу кожу сияющей. Кстати, я вам забыла сказать, в общем, вы видите, у меня новая лось, это девочка. Мальчика я убрала, но я знаю, что он вам очень понравился. Это видео пойдет, как бы, будет опубликовано раньше, чем 4 видео, которые я уже перед этим сняла. У меня уже готово 4 видео вот до этого видео. Поэтому вы, скорее всего, вот это видео, когда увидите с новой лосей, после этого вернется еще старый лось на 4 видео. Вот. Итак, короче говоря, ну вот такой вот праймер. Давайте посмотрим. Я думаю, что его надо потрясти хорошенько. Какая интересная упаковка. Аппликатор какой. Ну вот, и вот как вот его, вообще никакого аппликатора нет. Ну и чё, как его, как это вообще не продумано так? Это что, каждый раз вот так вот, что ли? Ой, как неудобно, друзья, как неудобно. Так можно и на себя наляпать. Это вообще не продуманный аппликатор. Как так-то? Ну, он и не сломался, то есть это просто вот такой тюбик. Ну, аппликатор мне совершенно не нравится, ничем не пахнет. Сейчас я покажу вам, то есть вот такой вот, немножечко такой маслянистый, да, финиш. Так, давайте нанесем, здесь вот не обращать внимания, я нос расковыряла опять. В общем, аппликатор просто... Вернее, отсутствие аппликатора, это просто вообще отвратительно, мне не нравится такая тема, это очень неудобно, а чем меньше его там будет становиться, сами понимаете, то есть вы что, будете 5 минут сидеть и вот так вот просто упражнения делать для рук, чтобы хоть что-то оттуда вышло? Нет. У нас таких занятых и современных нет на такую тему времени, согласитесь. Так, ну что, такой очень-очень, знаете, какой по ощущениям? Очень-очень high
hydrating. Подсказывайте мне быстрее. Увлажняющий, вот, увлажняющий. Да, то, что нужно для моей сухой кожи. Отлично. И он, мне кажется, он придал такой, да, вот вы видите, блеск немножечко придал такой luminosity, то есть сияние. Окей, сам праймер хороший, но, черт побери, этот аппликатор мне вообще не устраивает. Так, это раз. Подождите, может, внутри есть аппликатор какой-то? Нет, ничего же нет. Ничего нет. Это просто вообще какая-то просто непродуманная вот такая вот тема. Так, ладно, идем дальше. Никаких тональных основ у меня... А, хотя... Это мы потом попробуем. У меня вот это будет часть первая, а я буду как бы на регулярных основах такие делать видео, потому что я вам уже говорила, что я подписалась на корейскую коробку красоты, но что-то они как бы отправили мне уже две, получается, но ни одна до меня не дошла, поэтому мы ждем, но я что-то начинаю волноваться, потому что одну они отправили еще вообще в конце, чуть ли не в октябре, поэтому... Не знаю, в общем, еще подождем, но если что, придется им писать, наверное. Вот. Итак, сегодня мы будем пробовать вот эту вот пудру от всем известного вам бренда Innisfree, да? И это, ну, какая-то просто пудра с мятой. Интересно. Она полностью запакована. Давайте мы ее откроем и припудримся. Так. У меня есть тональный, я просто вспомнила, что у меня есть тональный крем, как типа как BB-крем. В следующий раз мы тогда его попробуем, потому что я уже задумала, что мы сегодня с вами вот эту пудру будем пробовать. Так. Ага. Вот здесь такая вот паф такой, чтобы наносить эту пудру. Отлично. Ой, уронила. Это хорошо, потому что я как раз-таки не приготовила эту, не приготовила кисточку, забыла для пудры. Так, вот так вот выглядит. Все, сейчас мы откроем эту штучку. И, если получится, и попробуем нанести... Что-то у них, короче, с упаковками, конечно, у этих корейцев. Что-то как-то не это. Это корейская фирма, да. Ой, так. Так, все открыла. И теперь вот, наверное, как мы сделаем. Удобно, что вот у этой штучки есть такой пальчик, да, чтобы как бы удобнее было. Так, во, отлично. И давайте нанесем, припудримся, чтобы так лицо сильно не блестело после этого праймера. Так, ну что, я припудрилась, я смотрю на себя в монитор, у меня прям лицо такое светлое-светлое теперь стало. Короче говоря, во-первых, она пахнет, вот написано, да, что она здесь содержится натуральная мята и какой-то джеджу, тоже натуральный минерал. Я знаю, что они очень любят вот этот джеджу использовать. Я не знаю, что это такое, правда. В общем, она, знаете, чем пахнет, друзья? У меня прям флешбэк случился. Она пахнет, вот как в аптеках пахнет. Но сейчас я думаю, что в аптеках, вот, например, когда я хожу в городе, в России я имею в виду, да, в аптеках нет такого запаха. А вот в деревне, где у меня бабушка живет, вот у нас есть там аптека, которая самая вот эта старая, которая я еще маленькая была, когда ходила в детстве. Вот там такой точно запах. Такой что-то какая-то такая микс каких-то медикаментов, лекарств, пластырь, короче, вот такой вот запах интересный. Вот у меня вот я когда вот этот почувствовала этот запах этой пудры, вот он точно так же пахнет. У меня прям перенесло вот именно в ту аптеку, и вот такой же запах, как интересно. Короче говоря, я сначала напудрилась и думаю, вроде хорошая пудра, ну, пудра, они как обычно нормальные, да, бывают. А потом я присмотрелась и немножечко как будто она подчеркивает шелушения сухие на коже. И это при том, что мы только что использовали вот такой вот увлажняющий праймер. Так что вот, интересно. Может быть, я только сегодня у меня, потому что, может быть, у меня экстра нос шелушится или лоб. Но вот это я заметила. Мне нужно еще будет ее несколько раз использовать, чтобы окончательный вывод сделать. Но вообще, как бы, вроде хорошо выглядит, неплохо. Единственное, что вот шелушение меня немножечко настораживает. Так, ну все, короче говоря, дальше. Идем дальше, а то опять будет видео слишком длинное.
Следующий пункт у нас какой? У нас, я как бы, бронзера никаких нет, понятно, что азиаты, они наоборот выбеливают кожу, да, хотят, чтобы вот она становилась все более такая, как, как белоснежки они хотят выглядеть, и поэтому они бронзер и не используют. Поэтому следующий этап у нас будут румяна, и это от бренда... Вот такого, даже не буду пытаться его произнести, как он называется, какой-то Simul. Короче, я поняла, это от бренда The Sime, вот это как, вот как он, вот так вот пишется, поняли? The Sime. Вот, короче говоря, он тоже точно полностью запечатан, сейчас мы его откроем. И глянем, такой вот очень красивый цвет. Давайте, я приготовила кисточку от бренда Pure. Ух ты! Ну, выглядит пигментированно. Да, слушайте, ну вот очень пигментированные румяна. С ними надо быть аккуратным. Вот, видите? То есть, как бы, хоть корейцы и любят приглушенные тона в тенях, к примеру, а румяна они абсолютно делают такие же, как, например, пигментированные, как вот у нас здесь на Западе, да? Так, надо буквально капелюшечку, потому что если слишком много набрать, то можно переборщить. И вот эта кисточка, она идеально подходит, потому что она очень такая, как бы, флаффи, да, поэтому она не сильно набитая, не туго набитая, поэтому она хорошо такого... Такой пигмент как раз распределяет, чтобы не было перебора с цветом. Так, ну что, по-моему, хорошо, такой как бы свежесть нам немножечко придал, да, придали эти румяна. Немножечко нанесем на носик. Супер, отлично. Так, супер. Слушайте, ну румяна мне понравились. У них и цвет такой красивый, да, и совсем чуть-чуть надо, и они вроде бы хорошо распределились. Они матовые, кстати, абсолютно. Да, абсолютно очень естественно и натурально, по-моему, смотрится. Так что румяна от The Sime или The Same зачет. Так, идем дальше. Сейчас вообще интересно будет. Сейчас мы попробуем с вами хайлайтер. Это вот от бренда Yuki. Знаете вы такой бренд? Напишите, пожалуйста. Это, короче, корейские, опять же, пока у нас все корейские продукты. Это multi-dimensional, короче, хайлайтер в цвете номер 04. И вот так вот он выглядит. То есть здесь много-много всяких как цветов перемешано. Сейчас давайте мы откроем. Мне очень интересно, как он сработает, будет ли он красив. Я предполагаю, что будет. Так, давайте быстренько свочнем его. Так. Ага. Ну, он такой, более такой натуральный. Вот если вы... видно вам или нет? Видите, он более такой натуральный. То есть он не ослепительный. Так, я приготовила кисточку от SL Miss Glam. И давайте попробуем его кисточкой. Может, кисточка будет другой эффект. Угу, красиво, он такой действительно натуральный, но его видно прям с первого раза. Да, супер. Ну, давайте его попытаемся наслоить и посмотрим. Да, вот смотрите, второй раз, второй слой, и уже он такой прям-таки ощутимо заметный. Угу, да, мне нравится. Юки, Юки, Юки. О, а три слоя, и все, вас уже видно из космоса. Посмотрите. Вот, три слоя. Так, давайте на эту сторону. Напишите, пожалуйста, пользуетесь ли вы корейской косметикой, нравится ли вам, если да, да, и пробовали ли вы что-нибудь из японской косметики, мне так интересно, или вы по большей части, как я, американскую косметику используете, или, может быть, российскую, да, российская вам нравится, напишите, какие вот, например, мне бренды бы порекомендовали, потому что... Я, например, ну, например, если я поеду домой, да, вот уже в следующем году, надеюсь, то, может быть, мне что-нибудь приобрести из российских брендов, прикольно что-нибудь, если бы что-то из ваших рекомендаций, я вашим рекомендациям доверяю, да, так. Вообще бомба, очень понравился этот хайлайтер, посмотрите, ну, вы видите, да,
какой красивый. И мне очень нравится тот факт, что его можно наслаивать, то есть как бы контролировать сияние, которое вам нужно. То есть один слой, пожалуйста, вы натурально сияете, отлично. Еще один, вы уже побольше. А третий слой, и вы уже такая вечерний вариант, такой можно сказать. Ну, для меня это может быть и дневной вариант. Ну, кому что нравится, да? Так, отлично. Все четыре продукта пока у нас были корейские. Так, что у нас дальше получается? Дальше мы переходим к... А давайте на губы что-нибудь нанесем. Короче, на губы у меня вот от такого бренда Sweet Sweets, а это уже японская тема. Видите, написано Tokyo. Это японский бренд. Короче, это типа такого тинта для губ. Так, сейчас, секунду, откроем, посмотрим, как это выглядит. Написано «Красное яблоко номер 01». Номер 01, вот так называется, «Красное яблоко номер 01». И я так предполагаю, что он должен пахнуть хорошо, как красное яблоко, правильно? Так, опять попробую только открыть его. Ой, сейчас чихну. Ой, так, вот. Фруктовая тинт серум написано. Ну, короче говоря, это просто как бы вот так вот выглядит. Это чисто нам тинт придаст губам. Интересно, давайте понюхаем. Я бы не сказала, что чем-то пахнет яблоком каким-то, не знаю. Так, ну он вообще получается бесцветный. А какой же он нам тинт-то придаст? Он вообще бесцветный. Хм, может быть, когда его нанесешь, он придаст тинт? Давайте попробуем. Это как обычно, как блеск для губ, только жидкий. Ну, в смысле такой, знаете, нестойкий. Так, ну он приятен на губах, но единственное, что сразу понятно, что он как бы, его придется наносить вновь и вновь часто. Потому что такой текстуры тинты для губ, они быстро съедаются, что ли. Короче, он вообще ничем не пахнет. Вообще ничем. Ну, тинт он придал, согласитесь. Вот как интересно, вот так вот его свочнешь. Вот, и он как будто бы вообще, смотрите, практически бесцветный, вот он, да? А здесь он такой прям розовенький, и на губах он получается, смотрите, он как красивый такой здоровый блеск придал. Как интересно, это какая-то химия неизвестная мне. В общем, мне очень нравится, как это выглядит. Я надеюсь, если здесь написано тинт, что даже когда он уйдет, например, да, вот этот блеск, то тинт все равно останется. Будем держать пальчик, потому что я люблю тинты, когда даже если покушал, тинт, он как бы въедается в губы и остается, да, на долгое время. Можно даже сказать, на сутки до конца дня. Короче, выглядит просто великолепно и по ощущениям очень комфортно. Вот это вообще зачет, классное средство. Это японское было, еще раз вам напоминаю. Так, отлично, теперь переходим к бровям. Короче, это тоже японское средство, но, друзья, написано Made in Japan. Вот, вот так вот все это выглядит. Вот, это вот от этой фирмы, вот, какой-то, как что там написано? New, ну или Nueva. В общем, давайте его открывать, он полностью запечатан. И пробовать. Это просто как бы карандашик для глаз. И, судя по всему, он какой-то должен... Ну вот, он темного такого цвета. Я надеюсь, это тот цвет, который внутри. И надеюсь, он нам подойдет. Так. Короче, я вам, знаете, что хотела сказать? Вот все, что я корейское пробовала... японское пробовала, мне очень все нравится в качестве мейкапа. Очень все понравилось. Я даже не знала, у меня, наверное, не было такого, чтобы мне не понравилось из средств мейкапа. И они у них такие пигментированные. То есть японцы делают более пигментированные продукты, мне показалось, чем корейцы. Ага, он серый какой-то на вид, смотрите. Серый, давайте сводим его. Опять, вы посмотрите, рисуют коричневым. Что японцы? Это вообще, они такие смешные. Как они это делают?
а рисует коричневым. Так, сейчас я быстро его нанесу и будем делать выводы по карандашику. Друзья, карандаш я нанесла, это просто восторг, мне очень понравился он. Он прям такой вот, мне этот цвет идеально просто подошел. Но знаете, мне кажется, этот цвет может быть даже как универсальный, то есть смотря как сильно вы будете на него нажимать. То есть вы можете контролировать точно так же и цвет. Если вы блондинка, то прям чуть-чуть нажимаете, и у вас будет легкий такой цвет, тот, который вам нужен. А мне, например, для темных бровей я просто посильнее нажимаю и чаще как бы делаю вот эти вот strokes, что называется. То есть, ну, сами понимаете, да? И у меня получается цвет все как бы, я его контролирую, он все темнее и темнее становится, смотря как сильно я жму. Короче, мне очень... Это вот очередной хит, это японский продукт. Мне кажется, что японские... Может, даже лучше, чем корейские, когда дело заходит о мейкапе. Вот интересно, будем с вами еще пробовать в следующих видео и делать уже выводы, так как это первый раз, мы все пробуем, и не будем торопиться. А губы-то. Так, ну что, идем дальше. Короче говоря, следующий этап у нас тени. Но я вам уже сказала, что у меня нет как бы... Нет палеток, но у меня есть вот такая вот одна одиночная тенюшка. На ней написано «Look at my eyes». Смотрите, какая прелесть. На ней сердечки внизу, внутри. И это от бренда Etude House. О, Etude House, класс. Это тоже корейский бренд, вы знаете. Ой, давайте откроем. О, симпатично. Вот давайте я вам еще раз покажу. Очень красивый цвет. Давайте мы ее свочнем вначале. Так. Слушайте, ну пигментация-то ведь хорошая, посмотрите, хорошая пигментация, вот, то есть мы, если ее наслоить, допустим, давайте попробуем, допустим, 3 раза, да, и чем она отличается от той же, например, американской, ничем. Такая же пигментированная. Они, наверное, стали больше ориентироваться на западный мир и стали более... по запросу более стали пигментированные свои тени делать, как думаете? В общем, давайте нанесем, это будет one shadow look, то есть образ с одной тенюшкой, и мы ее просто как бы заблендим в складку века. Так, сейчас здесь нет никакого зеркала, понятное дело, сейчас я это быстренько сделаю, и будем дальше продукты тестить. Я нанесла тенюшку, друзья. Ну вот, как бы, тенюшка как тенюшка, да, все в порядке, коричневая, это коричневенькая такая, шиммерная, очень-очень хорошо выглядит. Я еще внутрь глаза нанесла вот этот хайлайтер, который мы от Юки пробовали. Он очень-очень красивый, на самом деле. Так, ну что, дальше. Я знаете, что думала? Дальше мы на водную линию, давайте карандашик добавим, у меня вот такой... Опять японский, вот это японский. Это от бренда, так, сейчас скажу, Decora Girl, вот так пишется. Не знаю, видно вам будет или нет. Вот так, он фиолетовый. И вот этот уже не новый для меня продукт, он у меня уже какое-то время, я им пользовалась. Я знаю, что он очень хороший, он очень пигментированный. Сейчас его нанесу и продолжим. Так, айлайнер нанесен. Единственный косяк у него, знаете, какой я сейчас вспомнила, когда я его стала пользовать? Его не надо точить, это супер. Но, то есть вы его вот так вот как бы выдвигаете, но надо быть осторожным, потому что когда вы его выдвинули, назад он не задвигается. Вот это косяк, поэтому он у меня настолько торчит сильно, потому что я его выдвинула, а потом поняла, что назад я его задвинуть не могу. Поэтому вот в этом плане как бы немножечко не продумано. Но вообще айлайнер сам по себе очень-очень классный. Очень пигментированный, очень красивый такой фиолетовый цвет. Так что его я вам точно рекомендую. Ну что, идем дальше. Дальше у меня есть, друзья, японский айлайнер. Ой, я, конечно, с айлайнерами. Я и айлайнеры, это, конечно, вообще. Я не спец, сразу вам говорю. Это от бренда DHC. Это известный бренд. У меня есть от него масло для снятия макияжа. Вот, они еще делают продукты для уходовой косметики, короче, занимаются. Так, DHC. Давайте глянем, как это выглядит.
Вот дизайн такой симпатичный. Вот так он пишется. Не знаю, видно или нет. Давайте посмотрим. Так. Вау, это японская каллиграфия знаменитая. Вот, это идеально. Слушайте, какой он манюсенький. Так, сейчас я попробую сделать стрелочку. И надеюсь, у меня получится, потому что если нет, то я буду плякать буду. В общем, это, друзья, один из лучших, если не лучший, карандаш подводочный, или как это называется, жидкая подводка, которую когда-либо использовала. Это просто что-то с чем-то. Во-первых, я вам уже показывала, настолько у него вот этот тип, то есть вот этот вот наконечник, да, сам вот этот фломастер, настолько он, я не знаю, как это объяснить, в общем, деликатный, что при этом он как бы не гнется совершенно, он очень, им очень легко было нарисовать и быстро стрелку, я вообще не спец по стрелкам, и вы можете, прикол в том, что вы можете контролировать, то есть вы можете как нарисовать еле заметную, очень-очень тонкую стрелку, что невозможно с большинством айлайнеров, так как они все равно потолще идут. Либо, как сделала я, немножечко наслоить, то есть как бы сделать ее потолще, да, более заметной. Вот этот wing, ну просто, я не знаю, он настолько пигментированно черный, вообще просто в приятном таком шоке нахожусь. Друзья, сегодня все, что мы пробовали пока, это был полный хит, согласитесь, и корейский, и японский, но от японских я вообще просто, это next level, это другой уровень. Я хочу еще теперь все больше и больше пробовать японского макияжа, потому что они, ну, они молодцы, реально молодцы. Ну, вы сами видите. Так, ну что, отлично, мы практически закончили, все, мы почти попробовали. Что у нас еще осталось? Сейчас, секундочку, я тут разберу. Ой, мне все так нравится сегодня, это хороший макияжный день. Единственное, что нам осталось попробовать, у меня нет туши, друзья. Но у меня есть японские ресницы накладные. Опять же, еще один такой айтем, который я не умею пользоваться. Это от бренда Rossi Rosa, это японский бренд. Вы видите, что одни здесь уже missing, то есть одних уже нет, потому что я их уже достала. И вот они. Такие вот маленькие, хорошенькие, вот. Они очень натуральные, то есть есть ресницы, которые просто вообще выглядят как очень странно, как у drag queens, то есть мужики-то когда женщинами переодеваются и выступают, вот. А drag queen, ну вы знаете это слово. А вот эти более в моем таком стиле, то есть такие на каждый день натуральные, я сейчас попробую их сделать. Надеюсь, у меня получится, опять же, но айлайнер просто у меня получился буквально за минуту сделать, поэтому я надеюсь, с этим будет так же, но если что, будем сидеть вот с такими вот ресницами, с прекрасным макияжем, но вот с такими вот ресницами. Так, ну, дайте мне буквально, я не знаю, сколько у меня понадобится времени, но дайте мне несколько минут, по крайней мере, чтобы я пыталась что-то тут их нацепить. Сейчас, секундочку. Ой, это вообще, короче, я не знаю, насколько это нормально выглядит. Мне это очень всегда непривычно. Накладные ресницы, это как бы нужна практика и привыкать к такому. Мы оставим сегодня нижние реснички не накрашенными. Мы в таком будем корейско-японском стиле. И, в общем, все мы попробовали с вами. Это было очень прикольно, мне понравилось. У меня еще практически по крайней мере, на одно такое видео есть макияжа японско-корейского, поэтому, если вам понравилось, пишите, пожалуйста, напишите вообще, что вы думаете. Вот, мне будет интересно почитать ваши комментарии, носите ли вы накладные ресницы, и не забудьте подписаться, друзья, если вы здесь впервые, потому что у нас здесь вообще-то весело, и компания самая, что на есть наиприятнейшая, поэтому оцените, пожалуйста, это видео, если вам не сложно, и мы увидимся с вами в ближайшем будущем. Я уже вам сказала, что я 4 видео pre-filmed, то есть сняла уже, поэтому вот, будет что посмотреть. Ну что, будем прощаться, всего вам хорошего. Пока-пока.